В этот? Печки. Печки сжигать в бане эти отходы. Нафига вы мне нужны? Господи, нафига? Нафига я должен вам платить? Это не бедные деньги. Вы мне обещаете, а висите вы ничего не хотите. Черт, я не Парень, ну, каждого свое мнение. Давайте еще раз. Вот, Игорь, подождите, давайте Федор Леонидович расскажет все же составляющую тарифную, которая им сегодня утверждена РЭКом. Дайте поговорить человеку. Он не может начать рассказывать, откуда свернулась цифра 845 рублей. Они даже сейчас начинают рассказывать. Но от этого вся эта аксиома, понимаете, это истина. Откуда появилась эта цифра? Он вам сейчас расскажет, но нет у нас на экране этого видео, но вы прекрасно все это видели во всех СМИ, как организовался тариф, откуда он взялся такая цифра. Давайте хоть послушаем немножко. Составляющая тарифа вам сейчас Федор Леонидович расскажет. То есть, по конкретней цифре, откуда они сложились. Хорошо? Нет, в любом случае тариф как бы состоит из двух основных цифр. Это транспортировка твердых коммунальных отходов и их дальнейшая переработка, утилизация и захоронение. Давайте все-таки вернемся тогда. Вопрос-ответ, господа, ну невозможно отвечать. Вы же сами слышите. Можно по факту? Вот это объявление. Если бы не вот этого объявления, вот этого вы сегодня собрали бы теперь. Ну давайте не будем, это все было планово. Все, вот это вот не надо. Вот, давайте так. Все идет планово. Мы сразу сговорились с вами. В следующий раз здесь будет Федор Леонидович. Это было в тот раз, когда я проводил здесь сход. Все, Федор Леонидович здесь. И вот показывает то, что мы тут пытаемся, значит, защититься. Нет. Мы проводим плановую работу с населением. И будем проводить ее в постоянном регулярном режиме. Давайте так. Вопрос у вас есть? Есть. Давайте так, ну вот вы без очереди опять вышли, которые... Да. Не, ну я не могу так, вы вернее, все сейчас будем все одновременно говорить. Вам было приглашено. Вы если звонить даже с родом повидаться. Подождите. За Путёвого ничего не скажет он. Вот меня собрали, сейчас я тебе зачитаю. Давайте без оскорблений уже, хорошо? Человек сейчас уедет, тогда мы вдвоем останемся. Давайте так, все, у вас есть вопрос конкретно? Конкретно есть вопрос? Какой, говорите тогда. У нас который выложен на сайте, а в РИЦе дают другой немного. Цены завышенные. Почему вот у нас рядом Челябинск, они платят по 67 рублей? А у нас завернули это там, вот у меня вот она с интернета, вот, взяли цифры с потолка. Посидели, давай. Путин подписал указ, это самое, с 15-м году. Наверное, специально тянули, чтобы потом быстрее, и раз, и завернули. Да, давайте это как-то... Сначала с народом надо было объяснить все, а потом... Он не может выразить свой вопрос. Не в этом.